Саид Фалякбар, учусь в разделе WebKids, учусь создавать сайты в этом. Ну, потому что мне понравилось создавать сайты, работать с этими языками программирования, создавать игры, геймдев, потом графический дизайн, монтаж. Вот. В свободное время повторяю свои новые навыки. Ну, просто сижу и учу новые вещи создавать. Вот. Или же учусь создавать игры, вот, геймдев. Уроки проходят очень интересно, нам всегда проходят интересные темы. Потом дают практику, чтобы мы практиковали. Проекты сейчас никакие, просто смотрю по шаблону и делаю вот. Звание, например, Locus, Figma. Вот. Для меня самое важное для жизни — это семья и учеба. План на будущее — стать веб-разработчиком и хорошим программистом. Удовольствие меня заставляет работать и учиться по разработке сайтов. Меня все устраивает в этом жизни. Я даю совет этим людям, чтобы они двигались в свои цели, не смотрели на препятствия, чтобы дошли до своей цели. Идти вперед, несмотря ни на что.